стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Утро 28 сентября 2021 года. Вчера вечером поставил готовиться вкусняшку. Тыкву с медом. И, как всегда, забыл про нее. Сейчас вот буду пробовать, что получилось. Я думаю, ничего страшного со мной не случится. От длительного приготовления тыква почернела, но вкус замечательный получился, как у конфеток. Ну что, начнем заправляться на зиму топливом. Вот перемыл такую кучу сала от соли, солил 4 дня назад, буду перекручивать на мясорубке с чесноком. Посмотрим, что получится. Сало размороженное. Тяжело крутить ее. Накрутил вот такую чашечку. Остальное пока поставил в морозилку. Пусть маленько подморозится, будет легче крутить. Чеснока вот еще подчищаю. Много уходит его. Подождем еще маленькое время. И буду дальше крутить. Ну и как вам, любители жирненького? Хватит таких запасов? Сало как сало. Что его пробовать? Хотя я уже напробовался.